А дети сотрудников «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаза» отправились в летний лагерь. В этом году ребятишки отдохнут в лагере города Анапы. Большую часть расходов на летний отдых, как обычно, берет на себя предприятие. Родители оплачивают только 5% от стоимости путевки и от 25 до 50% дорожных расходов. В этом году наши дети летят в санаторий «Вита» город Анапа. В этом году у нас отдохнут 87 детей. В первую смену у нас улетает 32 ребенка. У детей отличное настроение, все в преддверии отдыха и солнечного.